Казахстанские студенты, обучающиеся в сфере IT, заняли первые места на соревнованиях в Китае. В мировом конкурсе студенты нашей страны соревновались по направлениям компьютинг и клауд, где оказались лучшими. Среди них был студент 4-го курса факультета науки и технологии Актауского университета Оралбай Утебай. Он руководил группой, участвовавшей в направлении компьютинг, и показал высокие результаты. Я участвовал по направлению компьютинг по Huawei IST Competition, и мы командой заняли первое место в Китае. Наша команда состояла из двух студентов и инструктора. Второй студент был из университета АОС, Николай Жиляков. Студенты, которые защищали честь нашей страны, в течение 8 часов создали базу данных, перенесли программу на серверные процессоры и создали операционную систему. Отметим, что в мировом конкурсе приняли участие 170 тысяч студентов из 90 стран. В настоящее время большое значение имеют технологии 5G, облачные технологии и искусственный интеллект. Мы очень рады, что студенты Казахстана приняли участие в таком конкурсе, где студенты Казахстана показали себя на очень высоком уровне.